Всем хеллоу, дорогие друзья! С вами Дан Текрис и... И Некрос, и мы сегодня будем играть в Tekken 7. Да, натирать друг другу попу. Это очень круто. Так, значит, я тебя сейчас приглашаю, да? Так, слева. А ты где будешь? Слева! Ты тоже слева? А, ты тоже слева лежишь? Я перепутала право-слева. Но мы все равно будем по разную сторону. Сейчас ты просто увидишь Кинга. Я хочу посмотреть этого Кинга. Ты просто только не падай просто. Ты уже выбрал? Да. Теперь ты выбираешь карту, а я уже выбрал. Это нормально. Вот. Выбирай карту. Мы в смысле сразу на две карты будем драться? Нет. Кто-то из нас выбирает карту, а кто-то выбирает только героя. И это все потом синхронизируется. У меня сейчас голова просто взорвется. Это вообще шикарно. Уренекс Бэттл! Это шикарно. Шикарно! Это шикарно. Девил Джин. Девил Джин. Ой, что-то у тебя свое это, да. Ты что-то наиграл. Да я с другом просто играл. Курицы. А, у меня тут курицы, короче, сбоку. У тебя вон что. Брось вызов судьбе. Надо будет поменять. Просто вызов курицы. Да. А, ты сюда ты про эти загрузки говорил? Да, видишь, поэтому-то я и это. Дрить твою. Здрасте. Понеслась жестко понеслась, жестко. Не. Жестко. А, не! Жестко понеслась. Ах ты. А-а-а, сюда. Нормально. Чё там у тебя приемов много? Я еще не все знаю про... О, отлично вообще. Я тоже не знаю все. Не, так не пойдет дело. Так. Я немножко повторяюсь. Не, нормально. Так, ты хочешь сделать... Да. А, я хочу сделать. Ну, и ты попала. Ты в курсе, что... Вообще-то от него нельзя было заблокироваться, только можно отступить. Можно. Тихо. Нифига себе. Ой, ау. Вот это моя слабость. Да. Ты столько раундов поставил. Да, так чтобы... Что? Да, я что-то умею. Нет, уж я буду тебя хватать. Ой. Рейджард. Это страшно, на самом деле. Слушай, я ведь могу тоже ведь Рейджард применить. Ты не боишься, нет? Захваты, мы любим захваты. Я знаю. Иди сюда. Нет. О! Нет, никаких захватов. О! Ты чё, я так тоже умею? Я сейчас томбу сделаю. Томба! Нет, никакой томб. Томба это больно. Ты же знаешь, рестлинг. Ау! Иди сюда. Не. Мне нравится. Я не могу, я не успеваю вниз нажать. Но у меня как-то это получалось. Я знаю. Ой! Это наказывается. Как тебе захват? Захват во время исполнения комбо. Я вот этого не люблю. Это очень читерская штука. Ай, по ногам больно. И я еще захват. И еще, давай, иди сюда. А, вот окей. Воу. Тихо. Я хочу томбу сделать. Это очень больно. Нет. Ой, это томба, ты умерла. Нет. Я вот кое-что забыла приемку, я как-то не могу никакого. А, ну ладно. А, он блокируется все-таки? Так я думал, он не блокируется. А зачем же я все эти вот штуки-то придумывал? Как это все? О, ты. Что ты делаешь? Не знаю. Вот так. О, это аж хрустнуло. Это больно. А, это обманка, да? В смысле? Что? Чего это?
я так умею. Ай, да что с захватами-то? Ну это ж Кинг. Я знаю. Ой-ой-ой. Вот сейчас самое главное не ошибиться, да? Ага. Да иди уже сюда. Вот этим все и заканчивается. Это было сложно. Так. Короче, первый бой прошел успешно. Сейчас что-нибудь поменяем. Я хочу попробовать другого. Да, я тоже. Я возьму... Акуму. Я попробую за обычного. За кого? За кого? За Джина тоже. Только за другого. А, обычный Джин. Я давно не играла, на самом деле. Я помню Tekken 5 на PlayStation 2. Да. Это было... вот это. Кстати, тоже... персонажи поменяли. Приемы не изменились. Ну, ты знаешь, да, много добавили и много поменяли. У меня руки запомнили определенные клавиши, как что нажимать. А оно уже сейчас по-другому там выкручивает надпись. Да, да. И я так... Ну, слушай, я вот сегодня или вчера... Сегодня, по-моему, в турнире сражался с Джином. У него реально классные комбо. Только я их почему-то не вижу, да. У него реально классно, если уметь за него играть. Ну, это да. Ну, они не, но он не интуитивно понятный герой. Вот Акума вот интуитивно понятный. Да, значит, у тебя есть эта сила. Он что-то, короче, сказал, пошёл нафиг. Ну, да. Ого. Так, сейчас мы вспомним, что там. Да, я тоже пытаюсь всё вспомнить. Да чё ты... Шоурюкин. Шоурюкин! Я могу ещё стрелять, Карл. Не, завтра ничего не играла. Слушай, ты всё моё это блокируешь? Все мое добро, что да, такое? Ты все блокируешь, что за дела? Я полежу. Давай. Нет. А что это за хрень за экшн? А ты сейчас увидишь. О, что это было сейчас, а? Я тебя боюсь, встань. Догоню или нет, интересно? Нет. Это шикарно. Это шикарно. Я не хотела. То есть ты хочешь встретиться с истинной формой демона, да? Я понял. Что форма есть? Уйди! Уйди, дядя! Иди сюда! Иди сюда! Я тебя сейчас отделаю! Я тебе сейчас между ног прописал! Ой-ой-ой! Тихо, вот это уже опасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а ты отходи... Да отходи больше. Захваты-то они ловят такие темы. Не, ну не всегда. Ну да. Ой-ой-ой. А что такое? Я не могу комбо сделать. Я тоже пытаюсь что-то сделать, но порой не прожимается. Ну да, есть такое. Ой-ой-ой. Ай, та-та-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Что за захваты, да? Не-а. На. А я-то что-то свой не сделал. Ой. Что такое? Я не могу демона сделать. Подожди, стой. У меня комбо не получается. Сейчас комбо. О. Я, конечно, джойстик, о. Да. Еще вот так шакунетсу. Что такое? Что? Серьезно? Да! Шоурюкин сбивает. Так это что бы еще сделать? Это как? Даю.
Как? Сюда. О, вот это умно было. Ай, Давид, момент. Ага. А, хитрость. Шакулепсо. Рейчард даже не дал шанса сделать. Сделала. Это вот та самая харя, да. Это самая харя, которой нет равных. Ну. Какой твой самый нелюбимый персонаж? Так, какой еще раз? Самый нелюбимый. Самый нелюбимый, да. Чик и зэ, у меня, в принципе, таких нет. Ну, сейчас будет. Блин! Ты знаешь, ну, кто это, ты знаешь, кто это. Это он. А, ой-ой. Это он. Нет, не хочу. Это стиль тыкай на все кнопки и делай комбо. Я не знаю, я кого-то выбрал вообще левого. Да, я думал, ты Ли возьмешь. Не, я хочу попробовать левым персонажем. Почему бы и нет? Так. Я даже не знаю, кто это, подожди. Это? А, это Рейвен. Только тут и мастер Рейвен. Вот это я не знаю, короче, что за мастер Рейвен. Ну, уже ниндзя такой, который еще телепортироваться умел. Ну, он был мужик. Да. Да, так это он и есть. Только это она. Другой персонаж просто. Но с теми же приемами. Я тебе отвечаю. Окей. Вот те же самые приемы, только... Ос! Уся! Ос! Видала, чем умеет? Я видала, но я не знаю, как это делать. А, не знает она, не знает она. Я не знаю! Иди сюда, не знает она. Не знаю. А! Ой, боже! Я люблю персонажей, за которых я не знаю, что надо делать. Не знает она. Нажимай все подряд, и что-то получится. Ага. Может, получится. Нет. А как я... Я не наказал. Я не смог наказать. Ау! Бомба 10! Ау. Женщину пить нельзя, как не стыдно! Ос! Ай! Нет, может, никто и получится? Ой-ой-ой, я не знаю. Так, попало. Я просто смотрю, что... Красиво, ой, кстати, она бьет. Как ты жив еще? Чем она вообще? Красиво упал. Я хоть рейджард как, сделал. Как монахи умеют делать на голове? Вот их фирменный вот этот. Ай-я! Кувырок на голове. Mm. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё ты умеешь, оп, баба? Она много чего умеет. Не, ну я понимаю, что она что-то много умеет, но... Я ещё что-то получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Нет. Вот, я не умею тыкать захваты. Вот вы умеете, я не умею тыкать захваты. Это моя слабость захвата. Да, я тыкать захваты прям не умею. Ну если, я же отхожу. О! Вот надо же сейчас среагировать, помню. Да. Хитрая комбо. Не. Я не попаду. Наказание. Опа. По ногам. Ау! И оверхед. Или это не оверхед, я не знаю. Ая! Да? Ой-ой-ой, да, так немножечко джаглов не помешает. Тут следить за тобой еще надо. Да, так видишь, мало ли что. Так, я вижу опасность. Да. Нет! Кто-то нажал на кнопку, я видел. А ведь я тоже могу так сделать. Тихо. Поймать. Ой, это хитрая комбо. В смысле, ты ее заблокировала?
Ай. Никто не блокирует эту комбу, ты заблокировал ее. Серьезно? Да, потому что там она... Ты понимаешь, что она состоит из комбинации из нижних и оверхедных ударов, и ты все заблочила? Кто же это так? О! У меня есть Элиза, у тебя Элиза есть? Нет, кстати, у меня не Делюкс. У меня не Делюкс, у меня есть Элиза, потому что я сделала за 5 часов до выхода печень. Да ладно. Слушай, я сама не знала. У меня проблема, кстати. Я пока думал, я случайно выбрал Джина. Ага, а ты что, не умеешь в него играть? Вообще, это, я вообще его не понимаю. А там, не стой на пути. А, ну да, вот на спачку. Ну, вижу. Ой, пойду еще посплю. Да. Ладно, придется. Я вообще с ней ни разу не играла тоже, поэтому наравне с тобой. Ну, если ни разу не играла, то... Я тебя укусила. Ты меня жрёшь? Если не выросли, блин. Ты что, меня жрёшь? Ага. Итак. Ага. Ой-ой-ой, вот это удар. Товарищ, не будешь играть? Так я использую самые простые удары. Можно тебя еще? Нет. Не надо меня наказывать, не надо. А, у тебя какая-то смысл, шкала. А, да, я не знаю. А, у него продолжение есть, нифига. Нифига себе. Ну я вот видел, что комбо у него есть, но они реально жесткие, но что-то как-то. Да хватит меня есть! Вкусный? Я не вкусный. Скажи, что тебе не нравится. Не, что она... вот ты. Что вот ты? Это знаешь, как у Авакуму, наверное, пускать шуринган. Не, а, у нее да. Она ну, может. Да, как вопрос? Она ход. Во! Но только есть еще, мне кажется, дальние. Не, подожди. Ну она что-то хабвей, сабвей говорит. Она ну да. Вот это что такое? Да, да. Вот что. Ага. Напугал, напугал. Как так? А я тебя просто напугал. Я не собирался тебя бить. А, ну вот. Это хитрость. Хитрая хитрость. Ой, это больно. Ай-яй-яй. Ты пошел вон! Фу, как некультурно! Сейчас мы... Эй, тихо! Хорош! Ты уже знаешь, я знаю. Ну да, да, надо как-то похитрее это дело. О! Ой! Во, удар по ногам, отлично. От нее хороший удар. Эй! Вот аж ноги ломятся прям. Тх, прям. Ну иди сюда. Ну вот странно, ну Джина, я что-то маленечко не понимаю. О, вот сейчас вовремя. Вот сейчас прям в самое. Что? У тебя жизни не хватило. Ну ты блокировал. Нет, я не блокировал. Понимаешь, эта фигня дает тебе броню. Ну, а? Да, как бы размен жизнями, по сути. Но если у тебя нечем размениваться, то это не сработает. А потом я бы получил по голове. Я сейчас хочу поорать. А кого ты хочешь взять? О, Мигель. Вот у него, он вот прям ударит так ударит. Меня подруга Мигеля любит, ужасно. Да, дико. Я знаю, я знаю. Она прям по нему сохнет. Ну, он, у него удары прям вообще, он... Удары хорошие, но я им тоже не умею играть. Я вот помню, в шестой играл, что-то пытался комбу найти, которая по ногам лупит. В итоге не нашел. У него просто очень классный есть такой комбо из двух ударов. После этого ты как я бы... Я знаю, что он умеет ржать! Да? Он ржет, короче. Если ничего во время этого не делать, он бьет по персонажу и все его хп отбирает. Оу. Oh. Чё? Да, это один удар. Но он очень долго кастуется. Я вот вроде такого... нажимается на квадратик и кружочек, если по джойстику PlayStation. Квадратик и кружочек? Ну-ка, сейчас попробуем. У него, короче, есть... Ну, это по-старому Тетину. Да, прикольно то, что персонажи все на разных языках разговаривают. Ну, не знаю, попробуй, я отойду. А...
Я не думаю, что это оно, ладно. Я не умею ржать. О, это мы знаем, ну-ка давай. Это ты знаешь. Это мы знаем. Спайм на здоровье, я даже попробую. Ух ты, ё-моё. Ну это оверхед, прям чистой воды. Папка. О, ну у тебя уже рейдж. Что ты сделал? Это рейдж драйв называется. А это называется удар кожурой по морде. Ну да. А чё, а чё подумать-то, да? Ага. Хорошая штука, можно спамить. Не, ну хорошая, да, но я не хочу этим спамить. А как? Почему ты? Я обманываю, конечно же хочу. Делай это наоборот, это... Это очень хорошая мысль. Без вопросов. Честно говоря, да, я... Было красиво. Честно говоря, я действительно не знаю, как это делать. Ты повторяешь-то, а? А вот, кстати, Казуя умеет превращаться в демона. Как? Да, он может превращаться в демона. Ну, я хз как. А, да! Ага. Не хотела. Ага, не хотела. Хотела. Я хотела использовать потом. Ай. Тирья! Тирья! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это удары у него. Ай, так, так ты еще и смотри, в блок как оно. Во! Я понял, любим захваты, значит. И вот это да. Ну это грех не любить. Бляха, муха, нет! Докрутилась, да? Нет, иди, просто Роберто, нет! Ой-ой-ой-ой-ой! Это больно! Еще и все, да ладно, еще и вин. Прям, ага. Тихо. Ай-ай-ай! Иди сюда! Нет, поможем. Так, а что у него интересно еще есть? Воу. О! Вот это. Если вот этим вот попасть, будет больно. А-а-а! Это довольно тяжелый удар, оказывается. О, видишь, и после этого захват. Да. Рейчардж хотим сделать или что? Хотим! Ну ладно, хотим. Нет, не хотим. Просто... Воу, тихо. Я полежу пока тут, отдохну. Тихо. Тихо. Вот это очень сложно. Я не приучен просто вот пока что. Ага, а видишь, она наказывается на самом деле, очень даже. Нет, очень нет, даже. Как ты можешь швырять? Только это обычный захват у меня. Ой, о! Ау! Ага. А, да научился, научился, да. Не, это не получится. Так. Это не получится. Это я уже не подрасчитал. Смотри, какой, да? Оверхед, значит, на тебя не действует. Я пытаюсь что-нибудь новое родить, но не получается. Ай, ай, ай. Такая же фигня. Ай. Он умеет в демона превращаться, я не знаю как. Разве? Да, он может быть дьявол. О, запускатор, нифига себе. Может быть все кнопки. Ну давай. Иди сюда. Зараза. Ай, нет! Да, и... Да! Может быть, я выживу, хотя нет. Не знаю, слушай. Но если я ударю по ногам, нет, не уже. Можно я тебя тоже ударю? Ну, блин. Так ты попросила бы раньше, я бы это, среагировал. Зачем? Матандо. Чё?
замашки самоубийцы? Да, я не знаю, к чему это. И кого же? Так, еще Маршал Ло есть, но как-то вот у него приемчики. Ну я типа готова. Ну, попробую за Джека поиграть. Ну, это такое. Я поиграю, пожалуй, за сутенера. Это кто? А, Эдди, что ли? Как ты сразу узнал, что сутенер. А знаешь почему? Потому что в третьем тейкене был такой дискомен. А, ну это был... Это как бы он и был, только он назывался по-другому. Да. Кстати, почему Кристи Монтеро убрали, я не понимаю. За Катарину засунули, она Олег Мигель. А, ну она... У нее что-то с ногами там... Выкрутасы всякие. Ну, у нее что-то тоже, типа, такой свободный уличный. Слушай, ну, Эдди это тот еще вообще. Эдди это тот еще, та еще печенька, да, я знаю. Печенька очень противная. Ну, и у Джека есть много интересных. Я его, в принципе, да, не любила. Из-за вот этого. Ух ты, красавчик. Привет, сутенер. Кому зла? Помнить бы, как за Эдди играть. Хотя, ну, как же без этого там, тогда? Чего там за него вспоминать? За него ничего даже уметь не надо. Ой-ой-ой. Ай. Нихрена. Ногам бьёшь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Давай! О, это будет... Это... это что? Это будут проблемы явно. Нет. Мне жизни не хватило, я об этом тебе и говорил. Но я тебе по ногам ударю. Ага. А. Как вот мне? Воу-воу. Я помню, у нас в городе такое обучали. Тихо. Ну, у него какие-то сложные прям приемы. Да что ты свою жопу все пытаюсь показать? На, выстрел. Ого. Ау! Попался. Не уверен. А, уверен. Какая долгая задержка у меня. Шакалака. Да-да-да, вот это куда он говорит. Шакалака. Тихо. Я пытаюсь ударить тебя сверху рукой. Я не хочу творить жар. Да, ну. Тогда захват. Нет! Кушай захват тогда. Ой, нет. А, ну ладно. Тихо. Что делать? Ой. Серьезно? Я не говорю. Ах ты, ага, ишь ты. Ну, знаешь. Спасибо. Мне понравилось. Мешает, да. Ой-ой-ой. Тихо! Ой, что пошло? Чё ты меня подкормил? Тихо, тихо, большой человек. Ой, о! Тут шоколад. Ну ладно. Ну такое. Ну опять захват. Да что ты, уйди. О, это больно. Ой. Иди сюда. Сюда иди. Нормально. Ой, хороший удар вообще был. А вот что за... Что это? Что это? Мне понравилось. Что это за удар такой? Не знаю, мне нравится. Ай, блин, моя нога. Ой, ты даже меня не задела. Вообще реально? Я не знаю, как. Мне кажется, выжить от этого нереально. То есть отход не помог, я понял. Вот то, что карты тут живые, классно. Карты живые, реально. Классно, да. Слушай, прям как это. Round 5, fight. А ты отходишь, а не надо, ибо нефиг. Я хочу. Это! Не-не-не-не-не, уходи.
Ой-ой-ой. One. О, привет. О. Ага, попался. Это луз. Это луз. Луз, да. Ну, а Эдди не, Эдди хорош, Эдди заслуженно победил. Да, Эдди читер просто. Только поэтому, да? Да. Даже физика есть у этого самого. Боба тоже физика. Дрить он здоров. Да, да. У него комбище просто невероятное. Да, да, да. Он вообще жесткий. Рука жесткая. Что делает? О, вот это... О, нет! Это одна комбо. Я просто могу одной комбо тебя убить. Не, ну это как-то... Видишь? Ну её... А, да! Интересно, что там у него за это, за арт? Он тебя раздавит. Я не, да, не получится, конечно. Ой, по ногам. Я хотел тебя раздавить. У него же другие еще ламчеры есть. Я не помню, какие. А, вот такие. Что это за... Да что такое? Я вифаю? Серьезно? Да. Я вифаю! Чего ты там вифаешь? Я по тебе вифаю, это называется. Подожди. Нет, ой. Да, я прожал захват. Я прожал захват. Да, нет. Раздавись от него. Спин вей. Сижу. А что мне за рейдж арт, интересно? Как он делается? Ой. Я не знаю, ты меня убьешь, наверное. Нет. Ай, ай, ай. Окей. Окей. И перевели как тупица. Окей, тупица. Нет. А, кстати, у него же сальто обратное есть. Я... О! Ты чё? Серьёзно? На колобок! Ого! Ай! А, у него очень хитрый комбо. Не-н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 е! Йоу! Йоу! Я полежу пока. Я не буду в это встревать, это нафиг оно мне надо. Ты как можно с такой массой? Ну это же не зря, типа, Бобу говорят. Слушай, а ты мне в контратаку ударила, прикинь? Колобок? Привет. Колобок? Ай, колобок помог. А чё-то... Я еще тебе понравилась. Я не могу это блокировать. Я знаю. Я не могу живот блокировать. Это чит. А почему я устала об этом только сейчас? Я не знаю. Но я уверен, что он наказывается. Вообще, как бы, это по-любому было преодолено. Ну, конечно. Понял. Поцелуй пузика. Ну ладно. Тихо, не надо. Это что, сумо что ли, да? Не надо это делать, не надо. О, это еще я. Это еще и армор. Ты видела? Он еще и армор тебе дает, это пузика. Да, то есть ты поглощаешь мои удары, и в итоге я все равно получаю больше. А, ты... почему это так сильно бьет? Да, но ты тоже получаешь. Ладно, давай еще один бой тогда. Здрасте. О, тигренок. Спасибо. Запах побежал. Это жестко. Ну, это тоже нифигово так, да. Что? Что это за шоурюкин? Это Street Fighter или что? Вот это, что это? Как она так бьет? Бабуля, не надо! Ну, как бы сказать? Тебя напугать или нет? Я сама могу напугать. А-а-а, нет! Нет. А! Нет! А!
Напугал, напугал. Напугал. В смысле? У тебя сейфовый рейдж. Сейфовый? Ты наказуемый рейдж. Ты смотри. Ну-ка. А, она ж может по ногам бить руками. Это как? Чё это? Это чё? Ну, может быть. Нет. Ну, у тебя сейф. Ты видишь, как я далеко отскакиваю? Не знаю. А я тоже, кстати, далеко могу бить. Ну, офигеть, слушай. Вот это она жесткая. Очень. Очень жестко. Уля! Ага, надо было мне не лежать на месте. Ага. О, привет. Тэквондо, или как там это называется? А-а-а. Ой-ой-ой, не надо. Еще раз так. Это плохо. Да. Дует! Черт! Я знал, что я отскочу, мне пришлось... Вся игра зависла. Ну да, ну кстати, удачно. А, не, неудачно, еще раунд. А, не, все пошло. Вот, она может одновременно с ударом увернуться, видишь? Ой, а что-то новое. О, что это? Ай, ЗМТ играл! Бабуля! А это что? Я не знаю, что это. Ого! Что дает? Ой-ой-ой, вот это жесть. Разошелся. Ну ладно, я думаю, на этом все. У нас, ребят. Да, ребята, самое время поставить нам лайки и подписаться на наши каналы, которые будут по ссылочке внизу в описании. Так что, да, всем пока-пока и до следующих серий, если вам, конечно, понравится. Еще как понравится. Всем пока.